Более 4000 лет назад в Испании жили скотоводы и пастухи. А вместе с ними он, гигантский мастина, охранявший и защищавший стада и отары от диких кошек, медведей, но главным образом от волков, которых тогда в Испании было множество. Никто не мог его запугать. Огромный, необычайно сильный, он зорко и внимательно следил за пасущейся скотиной. Он был сыном больших азиатских молоссов. Человек заботливо вывел его, а потом оказал огромное доверие, поручил охранять принадлежавшее ему имущество. Пес чувствовал эту ответственность и гордился ею, однако чувства свои проявлял скупо. Он стоял рядом с дверью. Испанский мастина. Большой, отважный, всегда спокойный и уверенный в себе. Возможно, это самая старая испанская порода собак. И путь, пройденный этой породой животных, с одних пазм пасет стада. Он практически не изменился. Он все такой же большой, отважный, всегда спокойный и уверенный в себе. Возможно, это самая старая испанская порода собак. И путь, пройденный этой породой, не был ни простым, ни беспечальным. Чтобы понять эту историю, надо знать, что географические и климатические условия Испании вынуждали скотоводов дважды в год перегонять животных с одних пастбищ на другие, мигрируя в противоположных направлениях. Эти миграции получили название отгонного выпаса скота. В прошлом отгонный выпас был связан с множеством опасностей. В частности, вокруг хватало хищников, нападавших на стада во время их перехода с одного пастбища на другое. И испанский мастина был единственным оборонительным оружием пастухов. Поэтому этих собак старательно выращивали и берегли. Согласно данным, полученным в 1919 году, пастухи кормили мастина той же пищей, которую ели сами, и в таком же количестве. Это свидетельствует о том, сколь высоко ценили они этих собак, даже в те времена, когда еды всем не хватало. Отгонное скотоводство играло важнейшую экономическую, историческую и культурную роль. Оно подготовило начало реконкисты в Испании, а затем способствовало объединению государства. Облик мастина прекрасно соответствует задачам, которые собаке приходится выполнять, а пастухи, перегоняющие стада, и по сей день являются лучшими заводчиками этой породы. В прошлом этих собак также именовали по названию провинций – леонскими, андалузскими, ламанческими и так далее. Однако такие названия нельзя считать правильными. Разумеется, в различных областях жили различные разновидности собак. Однако стада постоянно кочевали с одного конца Пиренейского полуострова в другой. И порода собак, полученная путем селекции, везде была одинакова, так как в какой бы провинции пастухи ни находились, требования к сторожевым собакам всюду были одинаковы. У оседлых пастухов требования к собакам были другие, и они отбирали для себя иных собак, маленьких и очень подвижных, более подходящих для службы проводниками, нежели сторожами и защитниками стада. У них были свои собаки малосоидного типа, которые, конечно же, отличались от мастина, сопровождавших стада во время перегонов. Эти собаки, в какой бы провинции они ни были выращены, всегда отличались единым набором признаков. Напомним также, что мастина всегда были неразлучны с мериносовой породой овец. В средние века, когда возникла первая ассоциация крестьян, занимавшихся отгонным животноводством, мастина уже сопровождали стада мериносов. В период с 1940 по 50-й гражданская война в Испании нанесла серьезный ущерб отгонному животноводству. Возобновилось оно в условиях крайне тяжелых, так как многие пастбища были заброшены, а численность их расцвели. Потребность в хорошо обученных мастина была огромна, поэтому заводчики утверждают, что это время стало поистине золотым веком для утверждения породы. Лишь бы заполучить наилучшего пса. Собак для вязки везли издалека, чтобы скрестить их с местными представителями породы, наиболее сильными, крепкими и наделенными именем породы и для работы с ней. Однако это время было не пастухи готовы были идти на любые жертвы, лишь бы заполучить наилучшего пса. Собак для вязки везли издалека, чтобы скрестить их с местными представителями породы, наиболее сильными, крепкими и наделенными ярко выраженным инстинктом защиты овец. Именно в это время были созданы наиболее благоприятные условия для разведения породы и для работы с ней. Однако это время было недолгим.
Отступая под натиском урбанизации, волки стали постепенно покидать окрестности сел. А следом за ними стали исчезать и кролики, основная пища этих хищников. Как только исчезли волки, пастухи перестали обращать внимание на чистопородность своих собак, все чаще допуская близкородственное разведение, более удобное и менее дорогостоящее. А в ряде случаев происходила даже вязка с дефектными особями породы. И только пастухи, продолжавшие заниматься отгонным разведением овец, по-прежнему следили за чистотой породы. Однако сама профессия также стремительно уходила в прошлое. Тем временем зародилось официальное собаководство. Но в Испании, как и в Италии, оно имело один большой недостаток. Исконным местным породам уделяли гораздо меньше внимания, чем породам завезенным, иностранным. Таким образом, испанский мастин оказался под угрозой исчезновения. Столь быстрое угасание породы трудно поддается объяснению, ведь еще в позапрошлом веке популяция мастина, вычисленная на основании данных о количестве овец и пастухов, достигала не менее 30 тысяч особей. Эта порода вполне могла бы стать символом всего Пиренейского полуострова, потому что и ее строение, и ее характер являются прямыми производными его истории и его геофизических особенностей. Это большая и тяжелая, но вместе с тем чрезвычайно выносливая собака, способная преодолевать необычайно большие расстояния. Качество немыслимое практически для всех крупных собак малосоидного типа, для которых преодолеть расстояние в километрах уже является определенной проблемой, они быстро устают. Очевидно, испанский мастина тоже устает, когда ему приходится бежать длительное время. Впрочем, для любой собаки нелегко нести бегом собственный вес, превышающий 80 килограммов. Но эта собака поняла главное, чтобы уйти далеко, вполне достаточно идти не спеша. Действительно, она очень редко бегает. Ее любимым способом передвижения является шаг, иногда переходящий на спокойную и расслабленную рысь, но долго она не рысит никогда. В сущности, ей никогда не приходилось исполнять роль проводника стада. У нее всегда были помощники по работе, заботившиеся о том, чтобы собрать стадо в кучу и привести обратно сбежавшую овцу. Она была обязана сторожить, а затем бдительно охранять стадо на всем пути его следования. Однако расстояние это вовсе не нужно было пробегать, его вполне можно было проделать шагом, подстраиваясь под шаг человека, к ритму движения которого приходилось приспосабливаться также и овцам. Затем, когда овцы принимались пастись, собака ложилась на землю и наблюдала, восстанавливая силы. Но не ослабляя бдительности, всегда готовая собрать все силы и энергию, чтобы отразить угрозу. И хотя с виду испанский мастина выглядит довольно апатично, он всегда начеку. Как только что-то необычайное привлечет его внимание, он тотчас же вскакивает. Мануэль Диас Наварро, крупнейший эксперт этой породы, написал о мастине: «Эта собака может ждать часами, днями, веками». Полнейшее спокойствие, что бы вокруг ни происходило, вот что является наиболее притягательной чертой характера этой породы. Эта собака, привыкшая жить в одиночестве. Долгие годы она знала и любила только своего хозяина и его овец. Бесспорно, она любит животных. Она устанавливает с ними отношения равенства, доверия и взаимного уважения. Когда она понимает, что ей поручено охранять какое-либо животное, она в первую очередь объясняет ему, что надо делать. Это может быть простое собеседование или же настоящий бурный обмен мнениями, но несомненно, что оба принимаются говорить друг другу нечто очень важное и прекрасно друг друга понимают. Интересно отметить, что животные никогда не боятся испанского мастина. Они каким-то образом чувствуют, что это их защитник, и присутствием его следует дорожить. Собака же готова терпеливо сносить знаки внимания друзей. Так, похоже, ей нравится изображать игрушку для коров или же позволять скакать по себе мелким птичкам. Посмотрите, как следует на эти кадры. Единственное, что может утомить щенка Карлиту, это мошки. Но вернемся к истории испанского мастина. Мы оставили его в период кризиса, когда численность породы и ее качество резко упали. Мы вернемся
Возрождение было делом нелегким, и начато оно было только в 80-е годы, когда страна стала заново открывать самое себя и гордиться своими исконными ценностями. С 1912 года по 1975, период, на который также приходится 64 года существования главного королевского общества собаководов, среди испанских мастинов всего лишь трое были удостоены звания чемпионов, что свидетельствовало о весьма непростой ситуации с породой. В начале 80-х годов многие заводчики стали заниматься восстановлением почти полностью исчезнувшей породы. Основная трудность состояла в сохранении исконных характеристик, издревле присущих этим собакам. Сложностей в решении этого вопроса было немало. Во-первых, представителей породы осталось совсем немного, и чтобы предупредить ее исчезновение, нужно было добавить крови иных пород. Однако этот прием, дававший хорошие результаты при восстановлении других пород малосоидного типа, не подходил для испанского мастина, который обязан был сохранить свои качества овечьего сторожа. Улучшением психических особенностей породы. Поэтому пришлось идти по пути близкородственного скрещивания, используя немногих оставшихся собак. Низкую передачу ряда заболеваний, как, например... Однако такое разведение таит весьма серьезные проблемы. И прежде всего, генетическую передачу ряда заболеваний, как, например, дисплазия бедренного сустава. Современные заводчики с большим вниманием относятся к этой проблеме и стараются использовать только абсолютно здоровых особей. Однако найти чистые линии крайне непросто, ибо большие собаки, в принципе, более подвержены этому заболеванию. Вторая проблема. Отгонное скотоводство уже практически не существует, и есть риск создать собаку только красивую, но лишенную тех характеристик, которые делают ее поистине уникальной собакой. Очень трудно поддерживать в полном объеме навыки, присущие породе, когда собакам, по сути, негде эти навыки применять. Ассоциация любителей испанского мастина видела свою задачу прежде всего в восстановлении физического облика собаки и основных присущих ей черт характера. Речь о поставке собак за границу пока не шла. Хотя отгонное овцеводство в Испании практически исчезло, тем не менее, осталась среда, в которой возникла эта порода собак. И вскоре уже можно было с уверенностью сказать, что исчезновение этой породы не грозит. К концу 80-х годов, когда испанского мастина можно было считать спасенным, постепенно начался экспорт этой породы собак. Сегодня порода хорошо известна в Германии. Испанского мастина представляют как высоко одухотворенную собаку, но при этом дают понять, что собака пока еще чувствует тесную связь со средой, откуда она произошла. Порода хорошо поддается разведению и в Соединенных Штатах, где можно найти экземпляры с превосходными кинологическими характеристиками, совсем как те собаки, которых вы сейчас видите. В Италии порода находится под контролем Национального клуба любителей молоссов. Многие страстные поклонники породы вывезли из Испании великолепные экземпляры, что, несомненно, способствовало распространению этой замечательной собаки. Согласно стандарту породы, испанский мастина является большой, пропорционально сложенной собакой, необычайно мощной и мускулистой, с компактным костяком. У него объемистая голова, тело покрыто полудлинной шерстью. Высота в холке не ограничена. Главное — иметь гармоничное сложение, которое особенно ценится при большом росте. Минимальный рост 77 см для кобелей и 72 см для сук. Желательно, чтобы собаки превосходили эти размеры, и рост кобелей достигал бы 80 см, а сук — 75 см. Туловище испанского мастина скорее длинное, чем высокое. В подвижной позе, так и в движении. Голова объемистая, мощная, в форме пирамидального ствола с широким основанием. Соотношение длины черепа и морды должно составлять 6 к 4. Собственно, лоб и морда должны представлять... Собственно, лоб и морда должны представлять собой гармоничное сочетание, без излишне выраженного сужения между основанием морды и висками. Черепно-лицевые мышцы имеют расходящееся направление. Череп широкий, прочный, в профиль не вполне выпуклый.
Линия носа плавная, чуть провислая. Морда имеет прямолинейный профиль. Мочка носа черная, влажная, широкая и объемная. Верхняя губа сильно нависает над нижней, так что видна только ее слизистая оболочка. Прикус ножницеобразный. По сравнению с черепом, глаза маленькие, миндалевидные, коричневого цвета, преимущественно темные. Взгляд внимательный, благородный, ласковый и умный. При виде чужака он становится необычайно суровым. Нижняя часть века слегка вывернута и позволяет видеть соединительную оболочку глаза. Уши среднего размера, висячие, треугольной формы, плоские. Посажены выше линии глаз. Шея имеет вид конусовидного обрубка, крепкая, мускулистая, с хорошо развитым двойным подгрудком. Тело прямоугольное, сильное и крепкое. Свидетельствует о большой силе и вместе с тем гибкое и подвижное. Холка вполне выражена. Спина мощная и мускулистая. Периметр грудной клетки должен по крайней мере на 1/3 превосходить высоту в холке. Пояс задних конечностей длинный, широкий и мощный. Крестец широкий и крепкий, наклонен под углом примерно в 45 градусов к линии спины. Высота в крупе равна высоте в холке. Линия спины прямая и горизонтальная, и остается такой же при движении. Грудь широкая, глубокая, мускулистая и мощная. Живот чуть вдавлен. Хвост посажен не высоко и не низко, толстый, тяжелый. Когда собака в покое, хвост опущен и достает до скакательного сустава. Иногда в четвертом хряще от конца хвост образует крючок. Когда собака в движении или взволнована, хвост поднят вверх наподобие сабли, лишь с небольшим изгибом кончика хвоста. Хвост никогда не бывает прижат к крестцу. Передние конечности прямые и параллельные, прекрасно держат равновесие с прочным костяком и могучей пястью. Лопатки наклонные и очень мускулистые, длиннее, чем предплечье. Ноги кошачьи, с боковыми пальцами, прочными, высокими и хорошо изогнутыми фалангами. Задние конечности могучие и мускулистые, прекрасно сохраняют равновесие с прочным костяком и мощными пястями. Лопатки косо поставлены, очень мускулистые, длиннее предплечья. Ступни кошачьи с прилегающими пальцами и прочными фалангами. Они с легкостью и изяществом должны отталкиваться от земли, придавая сильный импульс всему телу собаки. Задние конечности могут иметь шпоры, простые или двойные. Допускается ампутация шпор. И тигровый. Каково иметь дома испанского мастина? Прежде всего, эксперимент этот интересен сам по себе, потому что он очень отличается от обычных собак. Действительно, его огромная любовь к животным поистине безгранична и означает полнейшее отсутствие инстинкта хищника. Впрочем, это даже приятно, особенно в отношениях с детьми, которые таким образом никогда не будут рассматриваться в качестве мелкой добычи. Испанский мастин относится к детям как к своему личному стаду овечек. Он активно защищает их, с ним дети находятся в 100% безопасности. Человечьим щенкам он позволяет делать все. Его вполне устраивает роль живой плюшевой игрушки. Он даже позволяет использовать себя в качестве лошадки. Хотя подобные игры следует запрещать, так как дети могут повредить собаке спину. Испанский мастин ладит и с другими собаками, хотя и не чувствует их ни своим стадом, ни существами, которых надо защищать. Если собаки ему не знакомы, обычно он предпочитает их игнорировать. Если они принадлежат к его племени, тогда между ними устанавливаются отношения либо лояльные, либо дружеские. Но, разумеется, он не может ко всем питать одинаковые чувства. А если имеется большая разница в размерах?
В таких случаях устанавливаются прекрасные отношения. Под натиском такого вот шалунишки испанский мастина, особенно если щенок такой, как Карлита, и обе собаки являются друзьями, готов поддерживать игру, однако он пытается сделать ее по возможности уравновешенной, понемногу расходуя свои силы, чтобы не нанести ущерб маленькому приятелю, особенно когда тот практически исчезает в его пасти. Игра в шезлонг очень характерна для этой породы, собаки которой вполне осознают и свою огромную силу, и свои гигантские размеры. Но если приятель по играм слишком расшалится, мастина попытается его утихомирить для его же пользы. Если же приятель продолжает настаивать на бурной возне и даже грозит укусить, если мастина не встанет, может случиться, что мастина согласится немного побегать. А тут наша Карлита столкнулась с некоторыми трудностями, потому что она не может так резво, как ее подружка, менять направление движения. В конце концов, она блокирует ее и убеждает, что пора прекращать игру в догонялки. Разумеется, наш симпатичный гигант любит полежать. Именно в этом положении. И именно в таком положении он отдыхает, будь то на улице, испанский мастина может часами... И именно в таком положении он отдыхает, будь то на улице или в доме, настоящий живой коврик. Испанский мастина может часами лежать неподвижно. Это помогает ему сберегать силы, которые вполне могут ему понадобиться, если вдруг возникает опасность. Однако неподвижность вовсе не означает, что пес спит. Он держит под контролем всех и вся, даже если подвижны только его глаза. Помимо опасности, пес может встать только при виде миски с кормом. Но эти собаки не слишком прожорливы и по сравнению со своими размерами едят довольно мало. И хотя в доме испанский мастина практически исполняет роль диванной подушки, не следует думать, что он постоянно может находиться в четырех стенах. Если он с детства будет жить на гладких полах, он может испортить себе лапы. Для него гораздо лучше постоянно бегать по земле, иметь в своем распоряжении простор, где бы он мог потренировать свои физические способности. И хотя он не любит бегать и скакать сломя голову, ему необходимы длительные пешие прогулки, ибо он рожден именно для них. Характер его идеально приспособлен для людей, проживающих в сельской местности, для фермеров, любителей загородной жизни. В этих условиях собака будет пребывать в отличной форме, чередуя прогулки на свежем воздухе с отдыхом сторожа в стенах дома. И даже если днем мы будем видеть его преимущественно в лежачей позе, к вечеру пес начнет патрулировать свою территорию, которая для него абсолютно священна, чтобы защитить ее от пришельцев, как людей, так и животных. Щенок испанского мастина необычайно ласков. Уже в этом возрасте он демонстрирует свою горячую любовь к людям. Разумеется, по сравнению с мамой, это настоящий мастина бонсай, но он растет быстро, очень быстро. Напомним, что все щенки, отличающиеся быстрым ростом, должны двигаться только так, как им хочется. Их не следует заставлять подниматься и спускаться по лестнице. Пусть лучше они играют со своей мамой и братьями. В противном случае могут возникнуть дефекты развития. Вот мы и завершаем наше путешествие. Мы познакомились с породой, отличающейся от всех прочих собачьих пород. Испанский мастина — это собака с медленной походкой, способная часами молчать и бесконечно ждать. Это собака, которая думает, размышляет. Она мало бегает, зато много ходит. Этот удивительный великан пережил и период расцвета, и период упадка своей породы. И вот уже 4000 лет он неспешно идет рядом с человеком, и этот путь не имеет конца. Программа подготовлена к эфиру компанией «Студия ЮСМ-ТВ». ЮСМ-ТВ.